Namaste Sarasati Devi Kauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacya Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Nectar of Devotion and we're up to chapter 18, Character of One in Ecstatic Love. Rupa Goswami is describing the nine characteristics of one who has achieved ecstatic love. Мы читаем «Нектар преданности», главу 18, которая называется «Качество человека, достигшего стадии экстатической любви». И Рупа Госвами перечисляет девять качеств такого человека. These nine characteristics are very important and devotees should memorize them. We should be familiar with these nine characteristics. И эти девять качеств, они очень важны, каждый преданный должен помнить о них и должен быть с ними очень близко знаком. So we heard about, first of all, utilization of time. The devotee is very conscious not to waste a moment of time. И первое качество – это то, что преданный не любит терять свое время. He knows time is a very valuable commodity, and you don't buy it back. И он знает, что время – это очень важный предмет, очень важный инструмент, и его не вернешь. Then the second quality we heard about was perseverance. That perseverance means that you put up with a lot of disturbances, but you go on with your duty. Второе качество – это невозмутимость. Это значит, что даже если вокруг происходит очень много всего, что причиняет вам беспокойство, тем не менее преданный продолжает выполнять свои обязанности. In performing devotional service, there will always be some disturbance. People don't like it. People complain, give you trouble. You have to be determined to go on. Или в преданном служении всегда возникают какие-то беспокойства. Люди жалуются, что-то происходит. Но тем не менее у вас должна быть решимость продолжать. All right. So now we're going to go on to the third characteristic, which is detachment. И сейчас мы будем рассматривать третью характеристику – отрешенность. You can read. Чувства постоянно требуют наслаждений, но когда преданный развивает в себе трансцендентную любовь к Кришне, материальные желания перестают занимать его чувства. Такое состояние ума называется отрешенностью. Это качество в полной мере проявилось в характере царя Бхараты. В пятой песне Шримад-Бхагаватам 14.43 говорится: «Лотосные стопы Кришны настолько пленили императора Бхарату своей красотой, что еще в юности он утратил всякую привязанность к семье, детям, друзьям, царству и прочему, так как будто все это было испражнениями». All right. So, Rupa Goswami is describing the nature of detachment is that one has is not attracted by any kind of material desire. И Рупа Госвами описывает природу отрешенности, что значит, что человек не испытывает привязанности к какого-либо рода материальным желаниям. So, when a devotee develops that real love for Krishna, then because we're so much in love with Krishna, we have no interest in material life. Когда преданный развивает такую любовь к Кришне, и из-за этой любви, поскольку он его очень любит, он теряет всякий интерес к материальной жизни. Material desires, material sense gratification, it's just
a waste of time. The devotee doesn't even think about it. Материальные желания, удовлетворение материальных чувств — это пустая трата времени, и преданный об этом даже не думает. So the example was given here about Maharaj Bharat, who was emperor, and he had developed so much love for Krishna that he gave up all kinds of attachment. И здесь приводится пример Махараджи Бхарата, который был императором. И он развил такую большую любовь к Кришне, что он имел такую большую любовь к Кришне, что развил эту непривязанность. Now, Bharat Maharaj, remember, Bharat was, he was the eldest son of 100 sons of Lord Rishabdev. Напомню, что у Бхарата был старший сын из 100 сыновей Господа Ришабхадева. Rishabdev was an avatar of Lord Krishna. So Bharat Maharaj was born in a great devotee's family. И Ришабхадев был аватаром Господа, воплощением Господа Кришны, и таким образом Бхарат Махараджа родился в семье великого преданного. And while he was still a young man, he had so much attraction for Krishna and for devotional service that he gave up everything. И несмотря на то, что он был еще очень молодым человеком, тем не менее он отбросил все. He gave up his, he had a family, and he gave it all up, and he gave up his kingdom, he gave up his position, he gave them up just like they were nothing. И он отказался от своей семьи, от своего царства, от своего положения. Он отказался от всего таким образом, как будто это ничего не значило. So he was a very, very great personality, and this is why in India, the name of India, India is named after him. It's called Bharatvarsha. И он был чрезвычайно великой личностью, и потому именно Индию назвали Бхарат Варша в его честь. All right, go ahead. На этом примере можно понять, что такое отрешенность. У императора Бхараты было все, что приносит наслаждение в материальном мире, но он отказался от всего этого. Таким образом, отрешенность не сводится к тому, чтобы искусственно держать в стороне от материальных соблазнов. Отрешенным называют того, кто не обращает внимания на материальные соблазны и даже в присутствии объектов материальных привязанностей остается равнодушен к ним. Разумеется, преданный неофит должен стараться избегать всякого рода соблазнов, но по-настоящему зрелый преданный просто не обращает на них внимания. Это истинный критерий отрешенности. Okay. So, Srila Prabhupada is elaborating on the position of Bharat Maharaj, how he was so detached that he could give up the material world. И здесь уже Рупа Госвами детально рассматривает положение Бхарата Махараджа, насколько он был отречен и отказался от материального мира. Although he had everything enjoyable, everything anybody could even think about or want, he had it because he was the emperor, but he left it all. He gave it all up. Он имел все, чтобы наслаждаться, и что даже человек не может представить, поскольку он был императором, но тем не менее он оставил все это. So then Prabhupada explains that detachment is not just keeping oneself away from material things. И Шрила Прабхупада объясняет, что отречение — это не значит, что человек держится в стороне от материальных каких-то вещей. One can be surrounded by material things without being attached to them. То есть человек может быть окружен какими-то материальными вещами, но не привязываться к ним. So Prabhupada explains that this is actually detachment, that you're surrounded, there's so much opportunity for sense gratification, but you're not interested because you're so much busy in devotional service.
И это и есть настоящее отречение. Шрила Прабхупада описывает, что вы можете быть окружены возможностями для материальных наслаждений, но вам это все неинтересно, поскольку вы очень заняты преданным служением. And then Prabhupada continues, he talks about the position of a neophyte devotee, that he will, in the beginning, because he's a new devotee, so he has to keep himself away from material things. И далее Шрила Прабхупада говорит о преданном неофите, поскольку это преданный, который, человек, который только что стал, он будет стараться избегать материальных соблазнов. But as he becomes more advanced, he can be surrounded by material things without being attracted to them. Но когда он становится более продвинутым, он может быть окружен всеми этими материальными вещами, но он не обращает на них внимания. Prabhupada explained, he said, just like sannyasi is a renounced person, and they shouldn't be alone with a woman. И Шрила Прабхупада объяснял, например, саньяси — это отреченные люди, и они не могут находиться наедине с женщиной. But then Prabhupada also explained, he said that a sannyasi, he may be in a room full with women, and he won't be disturbed. И тут же Шрила Прабхупада объяснял, что саньяси может находиться в комнате с полной женщинами, но это не беспокоит его. So, the neophyte devotee, he just has to keep away from everything because he's just given up the material things, he's left it and he's trying to keep away from it. So he has a fear of these things. И преданный неофит, Шрила Прабхупада объясняет, что преданный неофит должен стараться подальше находиться от этих материальных вещей, поскольку он только что вошел, только что стал преданным, и поэтому у него есть некоторый страх. Он только что начал отказываться от всего этого. But the more advanced, more mature devotee, he can see everything in relation to Krishna, and he thinks how to use everything in Krishna's service. Но более продвинутый, более зрелый преданный, он уже видит все в отношениях с Кришной, в связи с Кришной, и он знает, как задействовать это в служении ему. Some people will go away to the mountains and go into the forest. They don't want to see the beautiful women. Некоторые люди уходят в лес или в горы, они не хотят видеть красивых женщин. But the devotees who are fully Krishna conscious, they're trying to distribute books and engage these women in devotional service. Но преданные, которые полностью находятся в сознании Кришны, они распространяют книги таким женщинам и стараются вовлечь их в преданное служение. Right. So go ahead. Следующий пункт – отсутствие гордыни, смирения. Смиренным называют такого преданного, который не гордится своими достижениями, даже если ему удалось развить в себе все качества чистой осознавшей себя души. В Падмапуране рассказывается о царе Багиратхе, который был императором, правившим остальными царями земли. Но он развил в себе такую экстатическую любовь к Кришне, что сделался нищим странником и стал просить подаяния даже в домах своих врагов и неприкасаемых. Он был настолько кроток, что почтительно склонялся перед ними. Okay, so next quality is pridelessness. And Rupa Goswami describes that pridelessness means although one may have so many good qualities, he doesn't think that he has any good qualities. И следующее качество – это отсутствие гордыни. Рупа Госвами объясняет, что это качество означает, что даже если у человека много хороших качеств, он не думает, что они у него есть. And although one may have a big position, one is not proud of his position. И даже если человек занимает высокое положение, он не гордится этим. And the example given is about Maharaj Bhagirath, who was another emperor,
Emperor means above all the other kings. So Maharishi Bhagirat was an emperor, but he was very humble. И тут приводится пример Махараджа Бхагиратха, который также был императором. Император — это значит тот, кто правит всеми царями. И Махарадж Бхагиратха был очень смиренным. Of course, it was Maharaj Bhagirat who brought the Ganga down from the higher planets, brought the Ganga down to earth by his austerities. И Махарадж Бхагиратха благодаря своим аскезам спустил Гангу с райских планет на землю. So he was so powerful that the Ganga is named after him. И он был настолько могущественным, что Ганга получила также свое имя в его честь. Бхагирати. So Maharaj Bhagirath, he had developed this ecstatic love for Krishna, and he was so much in love for Krishna that he gave up being the emperor and became a beggar. И Гангу называют Бхагирати. И Махарадж Бхагиратха настолько развил себе такую экстатическую любовь к Кришне, что он сделался нищим. And he would go and beg from people who had been like his political enemies. И он стал просить подаяния даже у тех, кто был его политическими врагами. And he would go even to beg from people who were considered untouchable. И он даже просил подаяния в домах тех людей, которые считались неприкасаемыми. So he was so, and he would go to these people with great humility, and very respectfully he would bow down before them. И он подходил к этим людям с большим смирением и с большим почтением, склонялся перед ними. Of course, these people, they would take advantage of him and they would accuse him that, oh, you're just pretending, you're not really, you don't really mean it, you're not serious. И люди обвиняли его, что он только притворяется и что он не искренен, не серьезен. You must be trying to cheat us. We know you were our enemy. Now you're coming to beg from us. You must have some motive behind what you're doing. You must be trying to cheat us. Они говорили, мы знаем, что ты наш враг. Если ты пришел к нам, то должно быть за этим стоит какой-то мотив, и ты собираешься нас обмануть. Or sometimes they would say, no, you're an enemy, and they would just spit on him, and they would just reject him, and or give some useless thing to him. He's begging. So what will we give him? We will give him ashes. И иногда они просто издевались над ним, они говорили, ты наш враг, и они плевали в него, либо бросали в него какими-то плохими предметами, либо просто давали ему как подаяние пепел. But Maharaj Bhagirath was so humble, he would just say, all right, yes, please, give me ashes. Но Махарадж Бхагиратха был настолько смиренным, что он говорил, да, пожалуйста, дайте мне пепел. He was just so happy to try to engage people in devotional service. Он был очень счастлив привлекать людей к преданному служению. Okay, go ahead. История Индии знает много подобных примеров. Совсем недавно, около 200 лет тому назад, крупный землевладелец по имени Лал Бабу, которому принадлежала вся земля в Калькутте, стал вайшнавом и поселился во Вриндаване. Он тоже просил подаяния, ходя от двери к двери, даже в домах своих недругов. Отправляясь просить милостыню, человек должен быть готов выслушивать оскорбления от тех, у чьих домов он остановился. Это вполне естественно, но преданному следует терпеть эти оскорбления во имя Кришны. Настоящий преданный не брезгует никаким служением Кришне. So Srila Prabhupada's explaining how it's not uncommon for people to do these kind of things, to give up material positions and to give up material wealth and just become a beggar.
Шрила Прабхупада описывает, насколько необычным является для людей то, чтобы оставлять свое материальное положение, либо материальное богатство и становиться попрошайками, нищими. So Prabhupada is telling about a person he had who was a rich man from Calcutta. He had been a landlord, means he had property, but he gave up everything, became a devotee and lived in Vrindavan. И Шрила Прабхупада здесь описывает того человека, о котором он услышал, о крупного землевладельца, который принадлежала вся земля в Калькутте, и он стал вайшнавом и поселился во Вриндаван. And Prabhupada gives even his name. His name was Lal Babu, and he was going begging door to door from people. Его звали Лал Бабу, и он ходил от двери к двери, прося подаяния. So when we go for begging, the proper way to go begging is you don't make a distinction about who's rich and who's poor. You go to everyone. И когда вы просите подаяние, вы не ставите различия между тем, кто богат, а кто беден, вы заходите к каждому. And you don't think who's my friend and who's my enemy. You go to everyone. И вы не ставите различия между тем, кто ваш друг, а кто ваш враг. Вы стучитесь к каждому. So this Lal Babu, he was also going to his enemies, he was going to people who he didn't have a good relationship, and he would beg from them. Этот Лал Бабу просил подаяние даже у своих врагов, либо у тех людей, с которыми он не был в хороших отношениях. And when we go like that, when you go begging like that, then of course people are going to insult you, and if they see you coming, they will close the door, they won't want to speak to you, they won't want to recognize you. И, конечно, если вы ходите таким образом и просите подаяние, то люди не выражают вам почтения, они закрывают перед вами дверь, они не хотят разговаривать с вами, они не признают вас. In the Krishna book, in the 10th canto, Srimad Bhagavatam, it's described how one morning Krishna was with all the cowherd boys, and they had not taken any breakfast, and they were hungry. So the cowherd boys went to beg from the Brahmanas. И в книге о Кришне, в 10-й песне Шримад Бхагаватам, описывается как история о том, как Кришна однажды с пастушками пошли, не взяв с собой завтрака. И они очень проголодались и пошли просить подаяния у брахманов. There were some brahmanas nearby who were doing a yagya, and their wives had prepared a lot of foodstuffs for the yagya. So the cowherd boys thought, we'll go and beg from them. И неподалеку находились брахманы, которые собирались проводить ягью, а их жены готовили подношение к этой яге. И мальчики-пастушки подумали, что мы пойдем к брахманам и попросим у них подаяние. But Lord Krishna warned them, he said, well, you remember, it's the nature of begging that sometimes you will be successful, but not every time. So don't be disappointed if they refuse you. И Господь Кришна предупредил их, что такова природа прошения милостыни. Иногда вы можете быть успешными, а иногда нет. Пожалуйста, не расстраивайтесь от этого. And when they went, when the cowherd boys went there, and they asked the brahmanas just ignored them. The brahmanas just pretended they didn't even hear them. И когда мальчики-пастушки пришли к брахманам просить подаяния, брахманы просто проигнорировали их и притворились, как будто они их просто не видят. So cowherd boys were very disappointed, and they went back, and Krishna knew, of course, he knew these brahmanas are not devotees, and they wouldn't be willing to give anything. И мальчики-пастушки были очень разочарованы, они вернулись обратно. И Кришна знал, что так и будет, поскольку он знал, что эти брахманы не являются преданными. But then Krishna told them, go to the wives of the brahmanas
And when they went to the wives of the Brahmanas, the wives of the Brahmanas were very happy, and they immediately came running to bring food to Krishna and Balaram and feed all everyone. И поскольку эти брахманы не были преданы, у них не было желания давать им мальчикам что-либо. И тогда Кришна сказал: «И отправляйтесь к женам этих брахманов. Они с большим желанием дадут вам все, поскольку они тут же прибегут к Кришне и Баларами и накормят их». So, in the Western world, at least, begging is not allowed. It's illegal to go begging from people. Begging is not allowed, and what? It's illegal. It's a crime if you go begging. И в западных странах прошение подаяния не приветствуется. Это считается незаконным. Это преступление. So when Prabhupada came to the West, and you know, devotees wanted to do sankirtan, of course we go and distribute the books. So we sell the books. We don't just simply beg. И когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, преданные стали выходить на санкиртану, и мы распространяли книги, мы продавали их. Мы не просто просили подаяния. And of course, then the government also said, well, you're not allowed to sell books either. You have to have a business license or something. You have to have a shop. You cannot just sell books on the street. So many difficulties. Но тем не менее, правительство сказало, что мы не можем продавать книги на улицах, что у нас должна быть лицензия на это, и то есть мы не можем делать это. But certainly Prabhupada wanted devotees should learn how to distribute books, and he thought it's very good for people, for devotees to go and beg from people. Но Шрила Прабхупада все равно хотел, чтобы преданные шли и распространяли книги, чтобы продавали книги и просили у людей подаяния, просили у людей пожертвования. Of course, we don't just simply go and beg, but we go and preach, and we want to give something to people. We don't just simply want to take. И, конечно же, мы не идем, мы не просим просто пожертвования. Мы идем проповедовать людям, мы идем дать людям, а не просто взять. When Prabhupada went to the West, then they were asking Prabhupada, are you just another Swami who've come from India to beg from us? That India is a poor country and you want to beg from our country to take more money back to India? We asked him. American people asked Prabhupada. И когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, американцы спросили его: а вы еще один очередной с вами, который приехал из Индии, чтобы просить у нас американцев подаяние? Индия ведь бедная страна. And Prabhupada told to them, he said, I have not come to beg from you. I have come to give you what you have not. He said, you have forgotten about God. I have come to give you God consciousness. И Шрила Прабхупада ответил: я не собираюсь просить у вас подаяние или пожертвование, я пришел дать вам, а не взять. Вы забыли о Боге, я пришел дать вам сознание Бога. Anyway, in India, and in some countries, like Buddhist countries, you see Buddhist monks, they usually go begging. И в Индии либо каких-то буддийских странах вы увидите, что буддийские монахи обычно ходят и просят подаяния. Even there are some restrictions on Buddhist monks now. They cannot just simply go to people and beg. They have to stand and wait. And if people come and give them something, they can accept. И сейчас, конечно, есть в этих странах определенные ограничения, что буддийские монахи, они не могут ходить и просить у людей подаяния, они должны стоять, и люди могут к ним подходить и что-то жертвовать. So they will stand, you often see them in the marketplace in the morning, and people come to the market in the morning to purchase their vegetables and supplies, and the monks will stand there, and some people will give them something. И часто их можно увидеть на рынке, когда люди
утром приходят на рынок, чтобы купить какие-то овощи или еще какие-то продукты, монахи уже стоят там, и люди могут дать им пожертвования. But if you go and ask people for something, then sometimes they will insult you and they will be angry at you, they don't like it. Но если вы идете к людям и просите у них что-то, то они сердятся и они не любят этого, они могут оскорбить вас. But devotee can tolerate that because the devotee tolerates it for the service of Krishna. Но преданный может все это терпеть, поскольку он терпит это ради служения Кришне. And devotee is depending on the mercy of Krishna. Преданный зависит от милости Кришны. So some people will give, some people are kind and they give, and other people are not kind and they don't give, they just give some bad words. И есть люди хорошие, они что-то дают, есть люди, которые не, ну, добрые, они что-то дают, есть люди не очень добрые, они отдают лишь в ответ плохие слова. But a devotee accepts these bad words as some purification. Но преданный принимает эти плохие слова как своего рода очищение. To keep us without pride. Чтобы держать его подальше от гордости. All right, we'll go ahead to the next one, which is great hope. И мы переходим к следующему пункту, который называется «Великая надежда». Go ahead, read. Непоколебимая вера, благосклонность Верховной Личности Бога на санскрите называется ашабанда. Ашабанда проявляется в том, что человек все время думает: «Я делаю все, что в моих силах, следуя всем установленным принципам преданного служения, и потому уверен, что вернусь обратно домой к Богу». Okay, so great hope is in, the idea is that one should be very confident, he should have a very strong conviction, very strong faith that he's going to get the mercy of Krishna. И великая надежда означает, что человек имеет очень сильную убежденность, очень сильную веру, что он вернется обратно домой к Кришне. And Prabhupada explains, he said, how the devotee should think. The devotee should think that I'm trying my best to follow everything, to follow all the principles. И Шрила Прабхупада объясняет, что преданный при этом думает: я делаю все, что в моих силах, чтобы следовать всем установленным принципам. So I am sure that I will go back to Godhead, back home, back to God. И потому я уверен, что я вернусь обратно домой к Богу. Of course, he has to go back to Godhead. We have to follow. We have to follow the rules and the principles. Конечно же, чтобы вернуться обратно к Богу, мы должны следовать всем правилам и предписаниям. So we should have that great, we should have that kind of confidence that I'm going to go back to Godhead at the end of this life. И мы должны иметь своего рода эту сильную уверенность в том, что в конце этой жизни я вернусь обратно к Богу. I have the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in my womb. Lord Chaitanya Mahaprabhu has appeared in the form of the Devotees Association. Lord Chaitanya's mercy is coming to me in different ways. And I'm sure by His mercy I will go back to Godhead. И по милости Господа Читания, которое приходит мне через общение с другими преданными, и по Его милости я вернусь обратно к Богу. So when we say I'm trying my best, actually we have to follow. We cannot think, oh, I can't follow, but I'm trying. You know, I have a few faults. But we have to be strict. И когда мы говорим, что я делаю все, что в моих силах, мы должны следовать всем принципам. Это не значит, что я там вот что-то пытаюсь, у меня есть какие-то недостатки. Нет, мы должны быть серьезными. Prabhupada would say, it's not very difficult to follow for regulated principles. Прабхупада говорил, что не так и сложно следовать четырем регулирующим принципам. Of course, for some devotees it is difficult because they don't have that kind of upbringing.
that they, by nature they're very sinful. They did a lot of sinful activities. Конечно, для некоторых преданных это непросто, поскольку по своей природе они очень греховны. But gradually, if they're serious in devotional service, they have to give up all these sinful activities. Но постепенно, если они серьезны в преданном служении, то они отказываются от всех этих греховных поступков. And when we give up all these sinful activities, then we can be more confident about going back to God. И когда мы перестаем делать все эти совершать все эти греховные поступки, то тогда мы обретаем большую уверенность в том, что мы должны вернуться обратно к Богу. Go ahead. Эта надежда хорошо выражена в одной из молитв Рупы Госвами. Он говорит: «У меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, что развивает любовь к Нему, слушанию повествования Кришне и прославлению Его». Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня. Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. В довершение ко всему, я не могу похвастаться даже хорошим происхождением. Поэтому мне остается только молиться тебе, о Гопи Джанавалабха, Кришна, защитник возлюбленной Гопи. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, это любой ценой приблизиться к твоим лотосным стопам. И эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к этой трансцендентной цели жизни. Смысл этого высказывания в том, что вооружившись ашамбандой, человек должен продолжать надеяться, что достигнет лотосных стоп Верховного Господа, даже тогда, когда надеется как будто не на что. So now Srila Prabhupada is describing a prayer by Rupa Goswami in relation to this mood of being hopeful. И здесь Шрила Прабхупада приводит молитву Рупа Госвами в умонастроении надежды. So he describes how Rupa Goswami prays, that he says, I have no love for Krishna and I don't know the cause of developing love of Krishna. И Рупа Госвами говорит, у меня нет любви к Кришне, я даже не знаю причины того, что развивает любовь к Нему. I don't care for hearing and chanting. I know that's what you're supposed to do to develop love of Krishna, but I don't have attraction for it. И я не слушаю повествование Кришне и не воспеваю его имя, хотя это то, что должно развить любовь к нему. And this process of bhakti yoga I'm supposed to be always thinking of Krishna, and I'm supposed to fix the lotus feet of Krishna in my heart. I'm not able to do it. Я даже не могу применить этот метод бхакти-йоги, который подразумевает то, что я постоянно должен думать о Кришне и поместить его в свое сердце. Я даже не могу заниматься этим. And I don't know philosophy, and I'm not pious. Я не знаю философии, я не имею благочестия. I don't see how I can do any of these things. И я не вижу для себя никакой возможности заниматься всем этим. And I'm not born in a good family, I'm born in a very low-class family. И я был рожден в очень... я имею очень низкое происхождение. In my family, they were all sinful, they have nothing to do with devotional service. И члены моей семьи, все они были очень греховными и не имели ничего общего с преданным служением. So I'm simply praying to Krishna, to Gopi Jana Balaba. И я просто поэтому молюсь Кришне, молюсь Гопи Джана Валабе. I just simply pray to Krishna, and I wish and I hope somehow or other that I may be able to take shelter at the lotus feet of Krishna. И я молюсь Кришне, я хочу, я надеюсь, что любой ценой я каким-либо образом смогу приблизиться и принять прибежище у лотосных стоп Кришны. And when I think about this, then I feel pain in my heart. I feel pain because I feel myself not qualified to do this.
И когда я думаю об этом, я чувствую боль, так как я понимаю, что я недостоин и не квалифицирован для этого. So I don't know how I will ever achieve the goal of life. И я даже не знаю, как приблизиться к цели жизни. So like that, one should continue to hope against hope, that although we have no qualification, but still we hope that I can somehow go back to Godhead. И подобно этому человек должен иметь надежду, даже если у него нет для этого качеств, что он вернется обратно домой к Богу. Even though I have no qualification, I just hope that I will get somehow the mercy of Krishna. И даже если у меня нет каких-то качеств, какой-то квалификации, я каким-то образом так или иначе смогу получить милость Кришны. So this is Ashabandha, great hope. И это Ашабандха, великая надежда. Right. So we heard about utilizing time, and then we heard about detachment. And perseverance, and then pridelessness, and now this great hope. Итак, мы прочитали об использовании времени, об отрешенности, о невозмутимости, об отсутствии гордыни и о великой надежде. So next characteristic is the eagerness for achieving the desired success. И следующее качество – это желание достичь успеха. So, you can see, it's not so different, like great hope was there. The great hope, we're not qualified, but still we hope. So here, talking about this eagerness, for this is like enthusiasm. И это качество не особо отличается от предыдущего, от великой надежды, то есть когда… Желание достичь успеха – это такой сильный энтузиазм. Yeah, go ahead. Когда человек очень сильно хочет достичь успеха в преданном служении, это горячее желание называется самудхакантхой. Это означает непреодолимое желание. На самом деле такое желание – это цена, которую нужно заплатить за то, чтобы достичь успеха в сознании Кришны. Все имеет цену, и прежде чем получить что-либо во владении, человек должен заплатить ей. В физической литературе говорится, что самую драгоценную вещь сознания Кришны человек может обрести только тогда, когда им овладеет настойчивое желание достичь в этом успеха. Такое непреодолимое желание очень хорошо выразил Билла Такур в своей книге «Кришна Карнабрита». Он говорит: «Я горю нетерпением увидеть мальчика из Вриндавана, чья красота пленяет всю Вселенную, чьи глаза в обрамлении черных бровей напоминают лепестки лотоса и всегда с жадностью устремлены на его преданных, а потому постоянно находится в движении. Его глаза всегда увлажнены, а губы у него цвета меди, и с этих губ слетают звуки, сводящие человека с ума, делая его безумнее бешеного слона. О, как я хочу увидеть его во Вриндаване!» So this Sanskrit word for this eagerness is called samudkanta. И санскритское слово, которое обозначает желание достичь успеха, это самудканта. And Srila Prabhupada explains how we have to have this very strong desire to achieve this eagerness that I want this very much. И Шрила Прабхупада пишет, что объясняет, что мы должны иметь это сильное желание, непреодолимое желание достичь этого. Но чтобы получить что-то, мы должны заплатить цену, и чтобы получить это непреодолимое желание, мы также должны заплатить определенную цену. So we want to become Krishna conscious, we have to pay the price, and the price is that we should have this eagerness to become Krishna conscious. И если мы хотим обрести сознание Кришны, то мы должны заплатить за это определенную цену, и ценой является это непреодолимое желание иметь сознание Кришны. And then Srila Prabhupada gives us an example from the famous book by Bhuva Mangal Thakur called
called Krishna Karanamrita. И также Шрила Прабхупада здесь приводит пример из известной книги Билвамангал Такура, которая называется Кришна Карнамрита. So Билвамангал, remember the story about Билвамангал we told before about Билвамангал. He was blind. He came there to Vrindavan, and he was a songwriter. He was writing beautiful poetry about Krishna. So he came to Vrindavan, and he was blind, and but. Still, he was very eager to see Krishna. И мы уже раньше рассказывали историю Билвамангала Такура. Он был слеп, и он сочинял прекрасные песни о Кришне. И он, будучи слепым, пришел во Вриндаван, горя желанием увидеть Кришну. So even though one may be materially blind, if he doesn't have to be spiritually blind, he can see Krishna with his spiritual eyes. И даже если человек слеп в материальном плане, то тем не менее он может увидеть Кришну духовными глазами. And Билвамангал Такур describes how he's so eager, waiting to see this boy of Vrindavan, and he describes the beauty of this boy. И Билвамангал Такур описывает свое желание, свое нетерпение увидеть мальчика из Вриндавана, и он описывает его красоту. And the boy is so beautiful, he's captivated the minds of the whole universe. И этот мальчик настолько красив, что и его красота пленяет умы во всей вселенной. And he's got big eyes, which are bound, which above they have these big black eyebrows, and he has these beautiful eyes, lotus eyes, and he's always glancing over his devotees. И у него прекрасные глаза, обрамленные черными бровями. Его глаза подобны лепесткам лотоса, и он всегда смотрит на своих преданных. And he describes that Krishna's eyes are always wet. With moist, they're always wet because he's feeling affection, love for his devotees. И он описывает, что глаза Кришны всегда увлажнены, поскольку он чувствует любовь своих преданных. And his lips are the color of like copper, and from the lips comes a beautiful sound. А губы у него цвета меди, и с этих губ слетают звуки, прекрасные звуки. And when we hear that sound, then it just drives you mad. You become madder than a mad elephant. И когда вы слышите эти звуки, вы становитесь безумнее бешеного слона. So in this way, Билвамангал Такур says, "I want so much to see this boy Vrindavan." И этими словами Билвамангал Такур выражает свое желание и говорит: «Я очень хочу увидеть этого мальчика в Вриндаване». Devotee never says, "Now I am seeing Krishna in Vrindavan," but we're always saying, "When will I see Krishna in Vrindavan?" И преданный никогда не говорит: «Да теперь я вижу Кришну во Вриндаване». Нет, он всегда говорит: «Когда же я увижу Кришну во Вриндаване?» So this is a feeling of separation being described here by Билвамангал Такур. И это чувство разлуки, которое описывает здесь Билвамангал Такур. So another characteristic about the attachment to chanting the holy name of the Lord. И следующее качество — это привязанность к святым именам Господа. Read. В той же Кришна Карнамрите рассказывается, как Радхарани повторяла имя Кришны. Одна из подруг Радхарани говорит: «О Господь Говинда, девушка, дочь царя Вришабану, проливает сейчас слезы и в смятении повторяет твое святое имя Кришна, Кришна». So this is another quotation from the same book by Билвамангал Такур, this Krishna Karanamrita, and it describes about the chanting of Shrimati Radharani. И это еще одна цитата из той же книги Кришна книги Билвамангала Такура Кришна Карнамриты. И эта цитата рассказывает о Радхаране, которая повторяет святое имя
So the reference is there. The, one of the associates, one of the friends of Srimati Radharani, she's talking to Krishna, and she addresses Krishna, O Lord Govinda. And she says to Krishna that that girl who is the daughter of Maharaj Vrishabhanu, she's crying and she's chanting your holy name, Krishna, Krishna. И одна из подруг Радхарани разговаривает с Кришной, она обращается к нему, о Господь Говинда, девушка, дочь царя Вришабану, проливает сейчас слезы и повторяет твое святое имя, Кришна, Кришна. So one who has got some bhava for Krishna, who has got this ecstatic love for Krishna, they will want to chant the holy name. It will come naturally. The holy name will always be on their lips. И тот, у кого есть бхава, экстатическая любовь к Кришне, он всегда естественным образом повторяет его святое имя, и оно естественным образом находится у этого человека на устах. We shouldn't have to be reminded to chant the holy name. It should come naturally on our lips that we want to chant. We feel attachment to Krishna by his name. И нам не нужно повторять, что мы должны воспевать святое имя. Нет, мы делаем это естественным образом, поскольку мы хотим повторять святое имя. Of course, we're practicing, we're developing the taste, we're on the path, and gradually as we progress, as we practice, we should develop more and more taste for chanting. Конечно, мы находимся в прогрессе, мы находимся на этом пути, и постепенно, чем мы развиваем этот вкус, и чем больше мы прогрессируем, тем больше вкуса к воспеванию к нам приходит. We don't have to be reminded to chant, that we don't have to be reminded to bring our beads, we don't have to be reminded, we don't need people telling us to chant, we naturally want to chant. И нам не нужно напоминать о том, чтобы мы воспевали святое имя, нам не нужно напоминать о том, чтобы мы брали свои четки. Нет, мы делаем это естественным образом, мы хотим повторять святое имя. And we will make arrangements in our own daily life so that we have time to chant. И мы организовываем в своей повседневной жизни все таким образом, что каждый день у нас есть время воспевать святое имя. It's really important, and even if we can't chant aloud, we should chant in our mind. И даже если мы не можем повторять святое имя вслух, мы делаем это в нашем уме. But it's much more powerful when we can chant aloud. The louder we say the name, the more powerful it becomes. Но тем не менее более могущественным имя, святое имя является, когда мы произносим его вслух. Чем громче мы его произносим, тем больше у него силы, тем больше могущества. So we may chant in the mind, but we take more pleasure in chanting aloud. И мы можем повторять про себя, но тем не менее мы получаем больше удовольствия, когда мы повторяем святое имя вслух. If we chant in the mind, that's good for ourselves, but nobody else can hear us, nobody else benefits. Когда мы повторяем про себя в своем уме, это приносит благо только нам, но больше никто не может получить от этого блага, поскольку никто нас больше не слышит. But when we chant out loud, then people, everyone who hears, they're benefited. Но когда мы воспеваем святое имя громко, все люди, которые это слышат, также обретают благо от этого. Okay. So, next one. Eagerness to desecrate the Lord's transcendental qualities. И следующее качество — это желание описывать трансцендентные качества Господа. Привязанность к прославлению Господа также описывается в Кришна-карнамрите. Что мне сделать для Кришны, доставляющего непередаваемое блаженство, для Шалуна неугомонния, которого нет никого на свете? Самая мысль о прекрасных деяниях Кришны обладает неотразимой привлекательностью для моего сердца, и я не знаю, что мне делать. So this is the attachment for talking about Krishna and describing his wonderful qualities. И это привязанность к
прославлению Господа, а также описанию Его удивительных качеств. So Srila Prabhupada gives us a reference from Bhuva Mango's book again, this Krishna Karanamrita. He's describing how person has this eagerness to speak about Krishna. И здесь Шрила Прабхупада снова приводит цитату из книги Бхавамангала Такура из Кришна Карамриты, в которой описывается, что человек обладает этим жгучим желанием говорить о Кришне. He's thinking, what can I do for Krishna? Krishna is beyond all material pleasure. So what can I do for him? И в этой цитате говорится, что я могу сделать для Кришны, который находится за пределами всего этого материального блаженства, что я могу сделать для него? And he's a very naughty boy. Now boys, young boys, they're always restless and they're naughty, but this Krishna, he's the naughtiest of all the boys. И этот, что я могу сделать для этого шелуна, неугомонней, нет никого на свете, а Кришна самый неугомонный. But still Krishna's activities have attracted my heart. There's something about them, they're so beautiful that they've attracted my heart. Но все поступки Кришны привлекают мое сердце, они настолько прекрасны. So I don't know what I'm supposed to do. И я не знаю, что же мне делать. So devotees want to develop this taste for talking about Krishna. И потому преданные хотят развить этот вкус к разговорам о Кришне. Means we have to know about Krishna. We have to know about Krishna's pastimes, Krishna's qualities, and we have to speak about them to other people. Это значит, что мы должны знать о Кришне, знать о играх Кришны, о его качествах, и мы должны говорить об этом с другими людьми. So it's very important that we hear and read the books regularly, and then we can repeat. И поэтому очень важно слушать и читать книги, в результате чего мы можем повторить услышанное или прочитанное. If we don't hear regularly, we won't be able to talk about Krishna. Если мы не слушаем регулярно, то тогда мы не сможем говорить о Кришне. So this is the nature of ecstatic love for Krishna, that we'll always like to talk about Krishna. We don't like to talk about mundane things. И такова природа экстатической любви. Мы всегда хотим говорить о Кришне, и нам не нравится разговаривать о каких-то повседневных вещах. We don't talk about ordinary people or mundane, the news, the material world. We just want to hear about Krishna and the spiritual world. И нам не интересно разговаривать об обыкновенных людях либо о новостях материального мира. Мы хотим слушать и говорить о Кришне и о духовном мире. Material world is the place. That's the place for the crows. People who like crows, they go there to these places and they take pleasure in talking all the garbage things of the material world. И материальный мир — это место для людей, которые подобны воронам. Они обсуждают всякие здесь грязные вещи материального мира. But devotees are like swans. They like to be in the place where the water is nice and clean and clear, and there are lotus flowers. Но преданные подобные лебедям, и им нравится находиться в тех местах, где вода очень чиста и покрыта цветами лотосов. So devotee likes to always be speaking about Krishna and be reminded about Krishna. И поэтому преданные всегда любят говорить и разговаривать о Кришне и любят, когда им напоминают о Кришне. And this is the sign that they've developed their bhava for Krishna. И это признак того, что они должны развить свою бхаву Кришне. Okay, so we will stop here. Сегодня мы здесь на этом остановимся. There are many questions in the chat. Oh, really?
Can we? Yeah. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста, Елена Дмитриева. Харе Кришна, слышно меня, да? Да, Матаджи. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали в лекции, что преданному неофиту нужно избегать материальных соблазнов. Пробую так делать, и когда окружена преданными, например, на вайшнавском фестивале, отречение приходит само собой. Но потом ум снова цепляется, чего-то хочет, беспокоится. И как быть, когда своей силы еще нет, и избегание может привести к еще большему увлечению каким-то вещам? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. You've told that a neophyte devotee should avoid material things, material temptations. I try to do this, but when I am surrounded by devotees, for example, at Vaishnava festival, renunciation comes by itself. But then the mind just again wants something, again worries, and what to do when you don't have your own strengths yet. Avoidance can lead to an even greater attraction to some things. Thank you. What to do when you don't what? When you don't have your own strengths. Oh, when you don't have enough strength. Yeah. So this avoidance can lead to even greater attraction to some things. Yes, well, you have to have good association to protect you, to help you. Да, конечно, вам нужно хорошее общение, чтобы защищать себя, чтобы помогать самой себе. You have to depend on the association of devotees, and you get strength. Just like you said, when you go to sadhu fest, when you go to festivals, you're with devotees, then you feel safer. Да, вы должны окружать себя преданными, и вот как вы уже сказали, что когда вы находитесь, едете на вайшнавский какой-то фестиваль, то вы чувствуете себя более безопасным. So you have to, and we have to know our own weakness, and we have to be careful about what kind of situations you put yourself into. Да, мы можем быть окружены какими-то слабостями. Мы должны быть очень внимательными к тому, чем мы себя окружаем. You know what weaknesses you have, and so you must try to take care to overcome them. Вы знаете, какие слабости у вас есть, и вы должны позаботиться о том, чтобы преодолеть их. You know, maybe you have a weakness, maybe you eat too much. Возможно, у вас есть такая слабость, что вы переедаете, слишком много едите. So maybe you have to just be careful to keep away from so much food. You don't keep too much food at home, then you won't eat too much. И поэтому вы должны очень внимательно к этому относиться, например, не держать дома много еды. Or try to make a regulation with yourself that you won't eat in the evening, you'll only take two meals a day, you won't eat at night. Либо, допустим, ограничить себя, то есть регулировать свой прием пищи, например, вы не должны есть, например, по вечерам, и у вас в день только два приема пищи. Maybe you have a problem with men. Maybe sometimes, you know, you get too much involved with men. So you should be careful not to be alone with a man. Или, например, у вас другая проблема, вы очень часто вовлекаетесь во взаимоотношения с мужчинами, поэтому вы должны быть очень осторожны в том, чтобы не оставаться с ними наедине. You have a daughter, keep your daughter with you. У вас есть дочка, вы держите ее всегда рядом с собой. Don't find yourself in a situation where you're alone with a man. И не помещайте себя в такую ситуацию, когда вы находитесь с мужчиной наедине. So like this, you have to understand your own weaknesses, and you have to take care to protect yourself.
Таким образом, вы должны понимать свои собственные слабости и прилагать усилия к тому, чтобы позаботиться о себе. Can you understand, Helena? Елена Матыч, этот вопрос, это понятно? Да, спасибо, Гуру Махарадж, понятно. Я пытаюсь так делать, просто иногда получается, а иногда снова, падаешь, Yes, I understand, Guru Maharaj, and I try to do this, and sometimes I'm successful and sometimes not. Yes, okay, we know. Every endeavor, there will be some kind of fault. We're still practicing, so we're not perfect yet. So it will take some time, you have to keep practicing. И да, мы знаем, что каждое усилие, оно иногда приводит к падению. Просто продолжайте практиковать. Anyway, one thing is, you know, you're not getting any younger. You're getting older. And you're becoming... В любом случае, вы... And as you get older, you're becoming more experienced. And you're more aware of the problems of life. И вы не помните о том, что вы не становитесь моложе, вы становитесь старше, и по мере того, как вы становитесь старше, вы получаете определенный опыт и все больше и больше отстраняетесь от каких-то жизненных проблем. And you have your own experiences of life. You've experienced different things, so you've learned about the nature of material world. И таким образом у вас есть свой собственный опыт в жизни, и вы кое-что обретаете знания об этом материальном мире. So in this way you can be more careful, more cautious. И таким образом вы можете больше быть внимательными, больше быть осторожными. Just like if you have a dog, or maybe you know what happened? Someone had a dog and you went and you maybe tried to stroke the dog or showed some affection for the dog, and the dog bit you. So after the dog bites you, in the future, you'd be more careful about how you deal with the dog. Например, у кого-то есть собака, если вы ее как-то ударите или как-то попытаетесь повлиять на нее, то она может вас укусить, и поэтому в будущем вы уже будете знать, как общаться с этой собакой. We have a saying in the English language. We say, "Once bitten, twice shy." So you know, you get bitten by the dog. So in the future, you'll be much more cautious about dealing with the dog. Once bitten, twice? Shy. S-H-Y. И, допустим, на английском у нас есть такая поговорка, что смысл такой, что если один раз, грубо говоря, один раз обжегшись, дуешь на молоко. Or sometime Prabhupada talked about the school of hard knocks. The school of hard knocks means you know, sometimes you bump your head on the ceiling or on maybe there's a doorway with the doorway's a bit low, and sometimes you go through the doorway and you're always bumping your head. So after you bumped your head once or twice, you're much more careful about coming in and out the doorway, because you remember the doorway is very low and it's very easy to hit your head, and it's not very pleasant, it's quite painful. Ещё Прабхупада говорил также, когда, например, если вы ударяетесь, допустим, или у двери низкий,
узкий очень проем, то вы ударяетесь об него, и поскольку это очень полезно, в следующий раз вы уже наклоняетесь. So in this way, sometimes our experience helps us, it's a good training for us to be careful and not to get into Maya. Да, то есть когда мы обретаем такой опыт, то мы уже становимся более осторожными с Майей. Because we know there's a lot of suffering in the material life. Поскольку мы знаем, что в материальном мире очень много страданий. Of course, the mind is always there. The mind is saying, well, this time will be different, you know, and last time I suffered, but this time I think I'll be happy. You know, that's the trick of the mind. Но мы понимаем, что ум всегда использует свои уловки и думает, что вот это была другая ситуация, а сейчас ситуация совсем другая. Но это все уловки ума. We have to remember there's no real happiness in material world. И мы должны помнить, что в материальном мире нет истинного счастья. Real happiness is there in the soul, in the service of Krishna. И истинное счастье, оно находится в душе, в служении Кришне. Is it clear? Этот момент понятен? Матаджи? Да. Да, у меня просто долго включается микрофон. Хотела уточнить по поводу мужчин. Гуру Махарадж сказал, что не быть наедине. Это касается тех мужчин, вообще просто всех мужчин, а как быть с теми, допустим, кто там готов строить отношения? Так тоже нельзя оставаться наедине? Такой вопрос. You told that I should not just stay alone with men. It's in association with to all men, or it's not associated with those who want to you want to be in relationship with. Well, any man, you want to be careful. Unless there's some very serious commitment from the man that he's very interested in marriage and you consider him a suitable candidate, you even then, before marriage, it's not a good idea to be alone with any man. Это не очень хорошая идея находиться наедине с любым мужчиной, и вы, прежде чем делать это, должны убедиться в его серьезных намерениях как-то жениться, вступать в брак. They would say, the man is like butter and the woman is like fire. Or you could say, you are like the butter and the man is like the fire. But you have to be, it's a very dangerous situation. Обычно говорится, что мужчина как масло, а женщина как огонь, но вы можете сказать, что вы как масло, а мужчина как огонь, и это очень опасная ситуация. So Chanakya Pandit said, a man should never be alone with any woman, even if it's his mother or sister or daughter. И Чанакья Пандит говорит, что мужчина не должен находиться наедине с женщиной, даже если это его мать, сестра или дочь. So some men want you should be very cautious. Some men come to meet with you, to talk with you. They keep your daughter always with you. Don't be alone ever with any man, unless he's going to marry you or something. If there's some marriage there, then it's a different thing. То есть вы должны быть очень внимательны тому, когда вы находитесь в общении с мужчинами. Вы можете находиться с ним наедине, только полностью быть когда вы полностью уверены в том, что он собирается жениться на вас. But not before marriage. Before marriage, you don't be alone with him.
Но не до брака. До брака вы не можете быть с ним наедине. We have to make sure he's serious about Krishna consciousness. И вы должны быть уверены в том, что он серьезен в сознании Кришны. So you have to be very cautious like this. И вы должны быть очень внимательны. You're a young woman. You will attract men. Вы молодая женщина, вы привлекаете мужчин. And the men have different desires. They want to enjoy the company of the fair, the woman. You have to be very careful not to be taken advantage of. И мужчина всегда хочет наслаждаться в компании женщины, и вы должны быть очень осторожны. It's not a good idea to be alone with any man. Поэтому находиться наедине с мужчиной, с любым мужчиной, это не очень хорошая идея. Благодарю, спасибо большое. Thank you very much. Okay. Hare Krishna. Next question? Yeah. Браджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные, примите мои смиренные поклоны. Спасибо за лекцию, полное наставлений. Сисала Шри Прабхупаде. Вы сказали, что чтобы вернуться в духовный мир, нам надо следовать всем наставлениям, правилам и предписаниям. Какое правило и предписание является для нас самым важным? И что именно оно поможет нам осуществить все остальные стандарты вайдхи бхакти. Есть такое самое первичное правило? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and devotees, please accept my humble obeisances. Thank you for this lecture full of instructions. All glories to Srila Prabhupada. You told that in order to return to the spiritual world, we need to follow all the rules and regulations. What rule and regulation and regulation is the most important for us, and what rule should help us to implement all the other standards of Vaidhi Bhakti? Is there such a primary rule? Thank you. Yes, the primary rule is the chanting of the Hare Krishna mantra. И это самое первичное правило, это повторение Хари Кришна мантры. The most important instruction of the spiritual master is that every day you have to chant at least 16 rounds without offense. Это самое важное наставление духовного учителя о том, что каждый день вы должны повторять по меньшей мере 16 кругов без оскорблений. And if you're chanting Hare Krishna, then you should also be remembering Krishna. That's also a very important instruction. To always remember Krishna and never forget him. И если вы повторяете Хари Кришну, то тогда вы постоянно помните о Кришне. Это тоже очень важное наставление. Всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем. And so we chant the holy name of Krishna. And when we're not chanting the name of Krishna, we're talking about his pastimes and qualities. Таким образом, мы всегда повторяем имя Кришны, когда мы этого не делаем. Мы обсуждаем его игры и качества. So these are the most important things for devotees. Это самые важные вещи для преданного. Yes. Next question. Yeah. Юна Матыча, ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо, Харе Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Если мы находимся на уровне карма-йоги, то мы должны одухотворять любую нашу деятельность, семейные отношения, зарабатывание денег и так далее. Но как мы можем одухотворить конфликт в семье, на работе? Что мы должны думать в таких случаях? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisance, so glorious to Shri Prabhupada. If we are at the level of karma yoga, then we should spiritualize any of our activities, family relationships, earning money, and etc. But how can we spiritualize the conflict in the family at work? What should we think in such cases? Well, we should think that these conflicts are not very significant things, that they are little differences due to our material attachments, and we have to put aside our differences. Ultimately, we have to come to the realization that we're all individuals and we're all spirit souls and we have our own individual natures. So there will be some differences, but it's not a big issue. Конечно, будут такие различия, да, могут быть какие-то такие ситуации происходить, но мы должны помнить о том, что все мы индивидуальные души, и все у всех есть какие-то отличия, мы просто должны принимать эту индивидуальность. So we have material life, material world means that we're all, you know, Prabhupada explained, it's not that we're impersonalists, but we're all individuals. And individuals mean there will be differences, there will be some conflicts, but we shouldn't make a big issue out of these conflicts. We should understand they're just small things, and ultimately our real business is to surrender to Krishna. И мы должны понимать, что мы не персоналисты, мы все индивидуальности, и у каждого и поэтому у всех у нас есть свои различия, и на самом деле это не очень. Мы должны помнить о том, что мы настолько малы, ничтожны, что нет смысла устраивать конфликты из-за этих различий. Мы должны помнить о том, что мы просто должны предаться Кришне. Often we quarrel about very small things. We say we want to make a something that's a little hole, a molehill. There's you know, the mole, it goes in the ground, makes a little hill, and we want to make a mountain out of it. It's only a little molehill, it's only a small bump in the ground, but we want to make it like a big mountain. So it's so wrong. И мы иногда спорим о таких очень ничтожных вещах, и обычно мы раздуваем из мухи слона. И это неправильно. So we have to learn to put aside these differences and focus on the really important thing, which is to become Krishna conscious. И поэтому мы должны отложить в сторону все эти разногласия, сконцентрироваться на действительно важных вещах, и важным является сосредоточение на сознании Кришны, на том, чтобы стать сознающими Кришну. If we want to argue, then you could spend, that's it, we're allowing Kali Yuga to come into our midst. That's the nature of the Kali Yuga, that we quarrel and argue with each other and waste our life quarreling and arguing. И такова природа Кали-юги, когда мы тратим свою жизнь на то, чтобы спорить и вступать в ссоры друг с другом. So we have to learn to, you know, get out of this habit of always quarreling and shouting, and just because of our own material attachments and identifying with our material body. We have to learn to focus on what's really important, the chanting of the holy name. И поэтому мы должны отринуть свое желание спорить друг с другом и вступать в какие-то конфликты. Мы должны понимать, что на самом деле является важными вещами, и важным по-настоящему является воспевание святого имени.
If you want to argue and quarrel all your life, you can do that. You get nowhere. You just simply remain in the material world. It's the business of the animal. The birds, they're also quarreling, and each, the dogs, they're barking and quarreling with each other. We become just like animals. Civilized human beings are not meant to live like animals. Если вы хотите спорить и провести в каких-то склоках всю свою жизнь, то чем вы тогда лучше животных? Поскольку птицы всегда сражаются и спорят с друг другом, собаки постоянно лают друг на друга, тоже спорят. Мы цивилизованные человеческие существа, и мы не тратим на это свою жизнь. And it takes two to argue. You can't say, oh, it's the other person's fault. If we're arguing with that, then we're also involved. It takes two people to argue. One person's not going to have an argument on their own. И обычно, когда мы вступаем в какую-то ссору, мы вовлекаем туда еще и другого человека. То есть человек, если он находится один, то он не может спорить сам с собой. Okay. Хорошо, Махаджан? Эта тема понятна? Да, Гуру Махарадж, спасибо. А можно еще тогда пояснить, в чем должна быть разница в нашем поведении, когда какие-то конфликтные ситуации возникают в материальном мире и когда они возникают среди преданных? Вот в чем разница? What should be the difference if there are conflicts in material life and if there are conflicts between devotees? Well, it's the same issue. And conflicts between devotees, why? Because we're so attached to being right, we think I'm right, the other person's wrong. Но это на самом деле все одно и то же. Это когда мы привязаны к своей правоте, мы думаем, что мы правы, а другой человек не прав. There may be differences of opinion, but we don't make a big issue out of it. We don't spend the whole life just arguing and quarreling. Наши мнения могут различаться, но мы не проводим всю свою жизнь в этих спорах. Devotee also can let Kali Yuga come into their midst. We bring Kali Yuga and we start quarreling with each other. It's not the business of devotees. The business of devotees that we can discuss about Krishna consciousness, but we don't quarrel and argue. И преданные иногда позволяют войти в Кали-Юге, в их общество, но тем не менее мы должны понимать, что то, что мы должны делать, это мы должны говорить о Кришне, а не ссориться друг с другом. Okay. Next question? Yeah. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna. Сейчас откроется, что-то скайп как-то медленно сидел. Гуру Махарадж, еще один вопрос. Шрила Прабхупада говорил, что его учитель Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что мы не должны хотеть увидеть Кришну, а должны своим поведением сделать так, чтобы Кришна сам захотел нас увидеть. Сегодня мы читали о желании Самканха. Может быть, санскрит я не так слышала, как нет. До этого желания мы должны еще дорасти или прямо сейчас этого желать? Srila Prabhupada said that his teacher Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that we should not want to see Krishna but should make Krishna want to see us by our behavior. Today we read about the desire Samutkanta. Should we still grow up to this desire or do we need to want it right now? By means of what to wish it? What is the method? Thank you. Well, seeing Krishna is not that's not the perfection of Krishna consciousness. That's not the business of devotees. The business of devotees is service. И увидеть Кришну – это не совершенство преданного служения, это преданный к этому не стремится, преданный стремится к служению. So having
the great hope, the Ashapanda, the great hope. The great hope is not to see Krishna. The great hope is to please Krishna, to do something which is satisfying to Krishna, and to do some proper service for Krishna. И Ашабанда – это великая надежда, это не надежда увидеть Кришну, а надежда сделать что-то, что удовлетворит Кришну, сделать для Него какое-то, совершить какое-то служение для Него. If we're just simply thinking to see Krishna, they were thinking Krishna's our servant, Krishna has to come and see me. That's not the right mood. И если мы просто хотим увидеть Кришну, то таким образом мы думаем, что Кришна – наш слуга, и это неправильно, это не наше настроение. Yeah. So yeah, we have great hope. We have a great hope that one day, even though I'm unqualified, I can't do anything, but maybe somehow or other I may be able to do a little service for Krishna. И великая надежда, она заключается в том, что да, я не обладаю качествами, но тем не менее, так или иначе, у меня может быть, я хочу, чтобы у меня появилась возможность каким-то образом послужить ему. I don't know what I can do, but let me try to do something for Krishna. Я не знаю, что я могу сделать, но тем не менее, дайте мне возможность попытаться сделать что-то для Кришны. I'm just hoping that Krishna will give me the intelligence. Great, have a great hope that Krishna will give me the intelligence, guide me to do something. И имея эту великую надежду, таким образом человек обретает то, что Господь Кришна дает мне возможность, дает мне разум сделать что-то для Него, ведет меня. So it's not just see Krishna. Поэтому дело не в том, что увидеть Кришну. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur is guiding us that don't try to see Krishna, but act in a way Krishna will want to come and see you. Of course, we don't want to give Krishna trouble. We don't want Krishna coming to serve us. But if Krishna wants to see us, he can come. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что мы не должны хотеть увидеть Кришну, а должны действовать таким образом, чтобы Кришна захотел сам увидеть, прийти, увидеть нас. Таким образом, мы не беспокоим Кришну, а Он приходит к нам только по своему желанию, если Он хочет увидеть нас. So we are just Krishna's surrendered servant, whatever Krishna wants. Krishna may handle me roughly by not being present before me, free to do anything, but he's always our worshipful Lord. И мы просто смиренные слуги Господа, даже если Господь грубо обойдется со мной, тем не менее, я всегда буду служить Ему, потому что Он мой Господь, которому я поклоняюсь. So devotional service has to be unconditional. It's not that, oh, Krishna has to do this, oh, Krishna has to give that. No, it's unconditional. Whatever Krishna wants, we accept. И преданное служение, оно происходит без каких-то условий. То есть вот Кришна чего-то хочет этого или хочет того, я все могу сделать. All right, yeah. Next question. Yeah. Раджарани Матаджи, ваш следующий вопрос, пожалуйста. Кришна, спасибо. Еще Гуру Махарадж, мы должны повторять святое имя Харе Кришна Рама. Есть преданные в нашем обществе, которые часто при встрече повторяют Гауранга, Радхи, Радхи. Как к этому относиться? Спасибо. Гуру Махарадж, we must chant the holy name of Hare Krishna Rama, and there are some devotees in our society who often repeat when they meet Gauranga, Radhe Radhe. How to relate to this? Микрофон у кого-то включи, Матаджи. Well, there's no difference between chanting Gauranga and chanting Radha Krishna. Нет никакой разницы, когда мы произносим Гауранга или Радха Кришна. Радха Кришна is a four-syllable mantra. И Радха Кришна – это мантра из четырех слогов. And Gauranga is also four syllables.
И Гауранга также состоит из четырех слогов. And we know Gauranga is the combined form of Radha and Krishna. We say Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. That Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Krishna. So you chant Gauranga, it's none different from chanting the name of Radha and Krishna. Or Radha and Krishna, we say Hare Krishna. И Гауранга, это мы знаем, что Господь Гауранга — это форма Радхи Кришны, объединенная форма Радхи и Кришны. И когда мы произносим Радха Кришна, то же самое, это то есть между этими словами, между Гаурангой и Радха Кришна нет никакой разницы таким образом. И когда мы говорим Радха Кришна, это то же самое, что Харе Кришна. But Prabhupada never chanted Radhe Radhe, we never heard that. This, when people, even people in Vrindavan would say Radhe Radhe to Prabhupada, Prabhupada would never say Radhe Radhe. He would always say Hare Krishna. И мы не слышали никогда, чтобы Шрила Прабхупада говорил Радхе Радхе. Даже когда во Вриндаване люди говорили Шрила Прабхупаде Радхе Радхе, он всегда отвечал Харе Кришна. This Радхе Радхе, this is some other people. These people, they're not with us. They're not Gaudiya Vaishnava. They're not with us. They're not in our line. They have their own teachings. И эти люди, которые говорят Радхе Радхе, они не являются Гауди Вайшнавами, у них есть какие-то свои учения. And so we don't want to take ideas. You should be very careful about taking things from other people which have nothing to do with our own teachings. И поэтому вы должны быть очень внимательны и предусмотрительны в том, чтобы не брать идеи других людей, которые не имеют ничего общего с нашим учением. If you just chant Radhe Radhe, where is Krishna? There's no Krishna, it's only Radha. That's not. И когда, yeah? That's not proper. И когда вы просто говорите Радхе Радхе, то в этом имени нет Кришны, и это неверно. It should be the divine couple is Radha and Krishna. So you chant Hare Krishna, which is none different from chanting Radha Krishna. И божественная чита — это Радха и Кришна, и поэтому мы говорим Радха Кришна, что не отличается от Харе Кришна. Lord Chaitanya never chanted Radhe Radhe. Lord Chaitanya chanted Hare Krishna. Господь Чайтанья никогда не воспевал Радхе Радхе, и он всегда повторял Харе Кришна. We're following Lord Chaitanya, and the Lord Chaitanya's disciples are the Goswamis of Vrindavan, and they all teach to chant the Hare Krishna mantra. И мы следуем по стопам Господа Чайтаньи и за Госвами Вриндавана, которые всегда учили повторять Харе Кришна. Yes. Next question. Мададжи Вали, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна. Примите мои поклоны, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные. Ваша милость, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, что такое преданное служение? Правильно ли я понимаю, что это принять прибежище у духовного учителя и следовать его наставлениям? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees. Guru Maharaj, what does it mean, the devotional service? Am I understand correctly that it's to take shelter at spiritual master and following his instructions? Well, of course, to the process of devotional service is understood through the guidance of the spiritual master. Процесс преданного служения можно понять через руководство духовного учителя. But devotional service is cultivating our own mood of devotion and love for Krishna and those things in relation to Krishna. И преданное служение развивает наше настроение преданности и любви к Кришне в отношениях с Кришной. Love of Krishna will be shown by service, and when we do service for Krishna, that will help us to increase our love for Krishna and to show, it will show our genuine love for Krishna.
И любовь к Кришне развивается через служение Кришне, и она покажет нашу, и нашу искренность, нашу искреннюю любовь к Кришне. So, you can read the book The Nectar of Devotion, and it will tell you more about devotional service. Вы можете прочитать книгу «Нектар преданности», она вам больше расскажет о преданном служении. We have to develop a taste for service to Krishna. Rendering service to Krishna means also to serve Krishna's devotees and Krishna's incarnations. И мы должны развить вкус к служению Кришне, а развить этот вкус отображается в том, что мы служим Его преданным и воплощением Кришны. We have to also take care of Krishna's temple, and there's also the paraphernalia which is used in the temple. It's all Krishna's. It's to be used for Krishna's service. So it's all transcendental, spiritual. И мы должны заботиться о храмах Кришны, либо о парафиналиях, которые задействуются в храмах Кришны. Все это является трансцендентными вещами, все это принадлежит Кришне. So devotional service is based on 9 different items, beginning with hearing, and then chanting, and then remembering. И преданное служение основывается на 9 принципах, которые начинаются с слушания, воспевания и памятования. So first you have to hear, and when you hear properly, after hearing, then you can repeat. So you hear, and then you chant. And when you chant after hearing and chanting, then it will become natural to remember. И сначала вы слушаете, а затем вы повторяете это, то есть вы воспеваете. И потом, после этого слушания и повторения, воспевания, для вас естественным становится памятование. So these first three things, they form the foundation for devotional service. Таким образом, эти три вещи становятся основанием для преданного служения. You must be, if you're a new devotee, you have to be very concerned with hearing. And you have to hear regularly from the devotees. You have to hear from them about Lord Krishna. И если вы новичок, ну, преданный неофит, вы должны быть очень заинтересованы в том, чтобы слушать о Кришне. Вы должны слушать о Кришне от преданных. And then there are other items of devotional service, like offering prayers and serving the lotus feet. And worshipping. И затем идут другие принципы преданного служения, как вознесение молитв, служение лотосным стопам, поклонение. And then becoming the friend, and then serving, and then surrendering everything. И затем идут такие принципы, как быть Господу другом, служение и предание Ему. But you want to focus, the main thing is to hear and chant. You have to hear very carefully. Но вы должны сосредоточиться на главных вещах, на слушании и воспевании. Вы должны слушать очень внимательно. And then you can chant, practice repeating what you've heard. И затем вы должны воспевать, вы должны практиковать, повторять то, что вы услышали. Okay. Next question. Елена Дмитриева, ваш вопрос, пожалуйста. Я хотела спросить про гордыню. Если понимаешь, что гордиться нечем, но гордыня все равно вылазит, что делать? The question about pride. If you understand that there is nothing to be proud of, but pride is still in you, what to do? Yeah, it's going to take purification. You have to submit yourself to a spiritual authority. Вы должны подчиняться какому-то авторитету, чтобы очистить эту гордыню, очиститься от этой гордыни. And you have to become the servant of the
authorities, you have to become their servant and you have to tolerate their harsh, sometimes they may deal harshly with you, and they may say you're very stupid, or they may say you're very foolish, and you have to tolerate all these things. This will help you to give up your pride. То есть вы должны иметь какое-то руководство, но эти люди могут иногда говорить вам, что вы очень глупы, говорить это очень жестко, но тем не менее это может очистить вас от гордыни. We see sometimes women, you know, they're always thinking themselves to be very beautiful, and so somebody sometimes they may tell you, you're just like a frog. You're not beautiful. Иногда некоторые женщины, например, думают, что они красивые, но кто-то может им сказать, ну, ты вообще похожа на лягушку, а вовсе не красавица. The women in the spiritual world, the women on the heavenly planets are much more beautiful than women here. И женщины на райских планетах, женщины в духовном мире, они гораздо намного более красивее, чем женщины здесь. And women here, they're just like frogs compared to women in the spiritual world or in the heavenly planets. И женщины здесь, они подобны лягушкам по сравнению с женщинами на райских планетах либо в духовном мире. And in this way you become a little humble. And because we're very proud. What are we proud of? We're proud of thinking I'm good looking, or we think I'm intelligent. Or we're thinking I'm very educated. И таким образом вы становитесь более смиренными, у вас уходит гордыня. Чем мы здесь гордимся? Тем, что, допустим, мы очень умные, либо мы очень красивые, либо у нас хорошее образование. We're thinking we have something to offer. We think we're better than other people. Then we were proud. Мы думаем, что у нас есть что предложить, мы думаем, что мы лучше, чем другие люди, и поэтому мы гордимся, обретаем эту гордыню. But at any moment we can lose everything. You can lose your good looks, you can lose your youth, you can lose all your wealth. Everything can be gone in a moment. Но в любой момент мы можем потерять все. Мы можем потерять нашу красоту. Вы можете потерять вашу красоту, вы можете потерять вашу молодость, вы можете потерять ваше богатство. Это может произойти в любой момент. So we should always remember that whatever we're proud of is so temporary, it's such an illusion. Поэтому мы должны всегда помнить, что то, чем мы гордимся, это очень временные вещи, это иллюзия. So we have to hear these things, we have to be reminded the temporary nature of the material world. Поэтому мы должны слушать обо всех этих вещах, и нам нужно напоминать о временной природе этого материального мира. Now you're a young woman. And some quick, short time, you'll become an old woman. You won't be so attractive anymore. Сейчас вы молодая женщина, но спустя какое-то время очень скоро вы станете старой женщиной, и вы больше не будете такой привлекательной. And next life, you don't know where you'll be. What are you going to be born as? И в следующей жизни вы не знаете, где вы будете, где вы родитесь. We have nothing to be proud of. У нас нет ничего, чем мы бы могли гордиться. It's just another sign of our ignorance, that we're so foolish. We think we are the body, we are proud. Actually, we have nothing. Это просто еще один признак нашего невежества. Мы думаем, что мы тело, но на самом деле мы глупы, у нас нет ничего. And so we should always hold tightly to devotional service and don't go away from Krishna consciousness. И мы всегда должны с великой надеждой смотреть на преданное служение и не уходить из сознания Кришны. We're so fortunate after many lifetimes
in the material world. Somehow we have come to Krishna consciousness. И мы настолько удачливы, что после многих жизней мы так или иначе пришли в сознание Кришны. So never go, give up Krishna consciousness. Never go away from Krishna consciousness. Поэтому никогда не бросайте сознание Кришны, никогда не уходите из сознания Кришны. Even though sometimes you may make mistakes, but just somehow hold on to Krishna. Даже если иногда вы совершаете ошибки, все равно держитесь за Кришну. Okay. Хорошо, Матаджи Татьяна, можно уточнение здесь? Если возникает гордость от какого-то служения, и отдаешь плоды, но все равно гордость возникает от служения, как тут быть? One more question. If you just do some service, but you become proud of it, and even if you give away the fruits of this service, but anyway you have this proud, what to do? Well, that's nice. If you're giving away prasadam, that's good. That you're proud to be a devotee. At least your pride is in relation to Krishna consciousness. И это хорошо, если вы, допустим, раздаете просад, и вы отдаете таким образом свою гордость, и это нормально, вы гордитесь тем, что вы преданы, что вы находитесь в сознании Кришны. You can be proud that you're doing some service for Krishna. И вы можете гордиться тем, что вы делаете для Кришны какое-то служение. Of course, we should think, actually, what we should think is that this service that I'm doing, it's a mercy of my spiritual teacher in Krishna. И, но когда мы делаем какое-то служение, мы должны думать о том, что то, что я делаю, это все милость моего духовного учителя Кришны. By their mercy, I'm able to do something. Actually, nothing is mine. I don't have anything to give. But by their mercy, they've given me this, and they're allowing me to think I'm giving it. И все, что я делаю, это происходит по их милости. На самом деле у меня нет ничего, и все, что я делаю в служении, это все дают они. Just like, you know, if you give donation to temple, you think I'm giving this. So that's not bhakti yoga, that's karma yoga, because you're thinking I did it, I'm doing it. But bhakti yoga is to understand it's all Krishna's. И, например, когда вы делаете пожертвование в храм, вы думаете, что, ну, я сделаю, я это делаю, то тогда это не бхакти йога, это карма йога. А когда это вы понимаете, что бхакти йога — это когда вы думаете, что это все принадлежит Кришне. So we want to become bhakti yogis. We want to understand everything as Krishna's. И мы хотим стать бхакти йогами. Мы хотим понимать, что все является собственностью Кришны. Все принадлежит ему. Mm-hmm. Yeah. Any other question? Yes, Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna. Hare Krishna. Да, Матаджа. Я, Hare Krishna, go ahead. Да, мы слышим вас. Микрофон у вас выключен, Матаджа. Hare Krishna, что-то выключает. Да. Слышно, да, меня? Uh-huh. Ага. Как говорить о Кришне? Иногда с преданными это сложно делать. Мы, ну вот, когда созваниваемся, встречаемся, мы всегда говорим что-то о себе, о том, что с этим связано, там, о семье, здоровье, дела. Вот, и как научиться говорить вот Кришне с преданными? Вот, и очень редко с какими преданными можно говорить о Кришне, то есть там Кришна Катха, например, а вот так вот телефоны, звонка, встреча, ну вот как-то Хари Кришна, помогите в этом разобраться. How we can talk about Krishna
with devotees. Sometimes it's difficult to do this with devotees. We always talk about ourselves and our families and helps and all the things which are connected with all these items. And it's very difficult to find out some devotee who will talk about Krishna and how I can learn to talk about Krishna. Well, how do we learn anything? We have to practice. First you have to hear, and you hear carefully, and then you repeat what you've heard. Это так же, как и мы учимся всему остальному. То есть сначала вы слушаете, а потом вы повторяете то, что вы услышали. When we talk about Krishna, you read something, or you hear Srimad Bhagavatam, you hear a lecture from Srimad Bhagavatam, you should repeat what you heard. Например, вы услышали лекцию по Шримад Бхагаватам или прочитали что-то, и вы просто должны повторить то, что вы услышали. We spend time giving these classes. You should think about what we talked about, what was discussed. Например, мы тратим время на то, чтобы дать эти лекции. Вы должны думать над тем, что мы здесь обсуждаем. If you just say, oh, what did we talk about? Oh, I don't know, I forget. Then that's useless. You didn't remember anything. You have to concentrate, you have to hear, and you have to make some notes, and then you can repeat what you heard. То есть, когда мы здесь что-то обсуждаем, вас спрашивают, о чем была речь, вы говорите, о, я не знаю, на самом деле тогда все эти занятия бессмысленны. Когда вы слушаете лекцию, вы должны быть очень внимательны, очень сконцентрированы, делать какие-то записи, пометки, и вы должны быть способными повторить потом это. So if you're... Можно вот тут? Yeah, go ahead. Да, Матыш. Вот именно, да, вот это все вы правильно сказали, вот что хочется даже говорить о том, что ты услышал. То есть вот прям хочется передать то, что... Но иногда это как-то вот, это не как-то безлично, что ли. Вот если ты общаешься с личностью, да, и ты говоришь о Кришне, о нем не спрашиваешь... Как-то это имперсонализмом пахнет, нет? Может быть, я что-то заблуждаюсь? Не спрашиваешь о человеке, с которым ты беседуешь? Да, вот рассказываешь о том, что ты послушал, там, как мы там обсуждали в Кришнакатхе какой-то вот стих, все с Бхагавадгиты, например, да? Но лично не спрашиваешь, как твои дети, как твое здоровье, то есть это безличностность какая-то, это без, имперсонализм. I have such a desire to talk about Krishna, especially when I've heard something about him, just listened some lecture or something else. But when I associate with the devotees and, for example, on Krishna Katha, when we talk only about Krishna and and we don't ask questions about other persons, for example, with whom I'm talking about Krishna, it's something like impersonal communication. Is it something impersonal, or am I wrong, or maybe I'm wrong? Yeah, I don't think it's impersonal. Why is it impersonalism is to make everything one, without any personality. Нет, я не думаю, что это имперсонализм. Имперсонализм — это когда мы делаем, сливаем все воедино без каких-то разграничений индивидуальности. But what happens is you go away from Krishna and you talk about mundane people. Но что происходит, если вы уходите от Кришны и говорите о каких-то обычных людях? So you go into the material world when you talk about mundane things, mundane people, nothing to do with Krishna, even though they may be devotees, but you're not talking about them in relation to devotional service. So it's all unnecessary. You want to speak about Krishna and Krishna's pure devotees. Если вы об этих же самых обычных вещах разговариваете с преданными и не говорите о Кришне, тогда все это бесполезным становится. Вы должны разговаривать о Кришне и о чистых преданных Господа. You've got to keep your attention focused. You've got to make it clear that we're speaking about Krishna. This is Krishna Katha, not Gramyat Katha,
not the village talk, not the gossip, but we want to speak about Krishna. И когда вы разговариваете с преданным, мы хотим разговаривать о Кришне. Это Кришна Катха, а не Драмья Катха. Это не деревенские какие-то разговоры, это не сплетни. And so the Gramya Katha was going to bring you back in the material world. It's going to keep you in material life, birth and death. But if you speak about Krishna, then you can go back to Godhead. И Грамья Катха, она спускает вас снова в материальный мир, мир рождения и смерти, а Кришна Катха, она ведет вас в духовный мир, к Богу. And people will like to hear that if you speak about Krishna, you tell them something you read from Krishna book, or you tell them some pastime you heard, discussed in the Srimad Bhagavatam class, you repeat what you heard, people like to hear. И людям нравится, когда вы что-то рассказываете о Кришне, например, вы что-то прочитали в книге о Кришне, либо какую-то историю Шримад Бхагаватам. Людям обычно нравятся все эти истории. Especially stories. People like to hear stories. So we have so many stories to tell. And with the stories, there's also some philosophy to add in. И людям особенно нравится слушать какие-то истории, и у нас их так много, и вместе с этими историями всегда есть, за этими историями всегда стоит какая-то философия. And so this is what you need to be doing as a devotee. You should know a lot of stories, and you should be willing to talk about them and tell them again and again. И это то, что вы должны делать как преданные. Вы должны знать много историй и рассказывать их снова и снова. Okay, yeah. Next question. Анастасия Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, меня слышно? Да, Матаджи, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Это вот Анастасия с Владивостока. У меня, знаете, вопрос, то есть мое невезение в том, что я привязана к чему угодно, только не к повторению святых имен. И что может помочь развить такое настроение, чтобы было непреодолимое желание достичь любви к повторению святых имен? И то же самое касается приготовления просада. То есть я это делаю больше на автомате, поставил на алтарь, отчитал от тараториал мантру, жду какое-то время, да, либо иногда, не дожидаясь, я могу снять, когда сильно голодна. Вот, и что, именно Кришне нет чувств у меня. Вот, и также я, допустим, иду на базар, я покупаю фрукты именно для себя, то, что я хочу. То есть вот мне нравится, да, я хочу удовлетворить свой вкус. И я это покупаю. Но у меня нет такого желания что-то купить вот именно для Бога. А когда я была во Вриндаване, я видела ситуацию, что именно преданные, они покупают для Кришны. То есть они говорят, вот Кришна это любит, он этого желает, и они это покупают. У меня вот такого чувства нет, привязанности к Богу. И это мне доставляет определенное как беспокойство. Вот. И иногда я сравниваю себя вот с такими преданными, у которых уже есть вот это ощущение. И как, то есть тут получается у меня несколько, да, вопросов, как привязаться к святому имени, да, вот именно чтобы оно появилось, вот этот вкус появился к святому имени, чтобы не просто тараторить эту мантру на автомате. Вот. И как привязаться к форме Кришны в виде божеств. И третий момент, да, как не сравнивать себя с другими преданными, которые уже непосредственно развили эти чувства к Господу, потому что из-за этого появляется зависть, из-за этого сравнения, да, то есть зависть, что они так могут, а я так еще не могу. Вот. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. My bad luck is that I'm attached to anything but chanting Hare Krishna. And what can help to develop such this strong desire and achieve this love to chant holy names? There are some more questions, so maybe we should
about one by one. Okay. Yeah? Yeah. Okay, to chant the holy name. Well, you have to go, you have to do more kirtan, you have to get, you have to join more kirtan. Go for Harinam Sankirtan, or at least take part in the kirtan in the temple. You have to be there and you have to chant in the kirtan. That will help. И что касается повторения святого имени, то вы должны принимать участие в киртане, либо в харинаме, и это, если нет возможности идти на харинаму, то присоединяйтесь к киртану, это поможет вам. Try to always be listening to kirtans. Keep a tape recorder or something, play the recordings of kirtan. You want to hear the holy name. И всегда включайте какие-то записи киртанов, и это вам поможет. И таким образом всегда пытайтесь слушать святое имя. Because you're still very conditioned to material life. You have no taste for the holy name. So you have to hear the holy name more, and that will help you. Then gradually you start to chant more. И поскольку вы сейчас обусловлены материальной жизнью, то таким образом вы должны больше слушать Святое Имя, чтобы и тогда вы начнете повторять его больше и больше. You should understand, because your heart is very covered by the contamination of material life has covered your heart, so you have no taste for chanting the Holy Name. И вы должны повторять, что поскольку грязь материальной жизни покрывает ваше сердце, поэтому нет привязанности к повторению святого имени. So at least try to hear the holy name, join the kirtan, sit in the kirtans. По крайней мере, старайтесь слушать святое имя и присоединяйтесь к киртанам. Next question. The same applies to preparing of prasad. I do it automatically. I put it on the altar, I read mechanically the mantra, and I'm waiting for some time, or even I don't wait, and I'm taking it off. There are no feelings to Krishna. I buy fruit for myself. I buy what I want. I don't have such thoughts that I want to buy something special for Krishna. In Vrindavan, I met devotees who bought the most delicious things for Krishna, and they wanted to satisfy their deities. They are attached to Krishna, and I don't have that feeling, and I compare myself with other devotees, with someone who already has such a taste. And how can I... how can I become attached to the holy names of Krishna, to the form of Krishna, and in the form of deities, and don't compare myself with others? Because of this, envy appears. That they can do this, but I cannot. Yes, well, you have to understand it takes time. You have to purify yourself. Вы должны понимать, что все это занимает определенное время. Вы должны очистить себя. It's good you have the desire to want to be like others. That's good. И это очень хорошо, что вы хотите, что вы имеете это желание быть как другие. So you just continue. You keep that desire, and gradually you will become like them. И вы просто продолжаете, просто сохраняете в себе это желание, и постепенно вы именно такой и станете. It just takes practice. You be patient. You have just come to Krishna consciousness. So now you just continue as you're doing. Gradually you're becoming more and more pure. Gradually you're becoming more aware of your own difficulties and how what you have to do to become a better devotee, so gradually it will happen. И просто продолжайте делать. Вы только что пришли, вы новичок в сознании Кришны, и постепенно
Guru Maharaj, would you repeat the last two sentences, please? Just keep practicing, and gradually it will happen. It will come about. You'll become a better devotee. Просто продолжайте практиковать, и постепенно вы все это обретете. It's good. You envy others. You should envy the devotees. You should want to be like them. That's good. You want to follow them. Это хорошо, что вы завидуете другим преданным. Вы хотите быть такой же, как они. Вы хотите следовать за ними. Just simply takes more time. Просто для этого требуется больше времени. But you're on the path. Don't you just stay on the path. You keep chanting. You keep trying to do it, even though you don't like to do it, even though you have no love for Krishna, but still you do it. You offer it to Krishna. It's good. Просто продолжайте делать то, что вы делаете, даже если вы не испытываете любви к Кришне. Просто продолжайте делать то, что вы делаете, и это хорошо. Просто оставайтесь на этом пути. Right? You buy fruit, you buy for yourself, but you offer to Krishna. Okay. Вы покупаете фрукты, вы покупаете их для себя, но вы предлагаете их Кришне, и это хорошо. You have some attachment to Krishna because you're offering it to him. У вас есть какая-то определенная привязанность к Кришне, поскольку вы предлагаете эти фрукты ему. And gradually you start to develop love for Krishna. И постепенно вы начнете развивать любовь к Кришне. Да, я поняла. Я еще один хотела вопрос задать. Можно? Да, Матаджа. Yes, I understood. One more question. Вот сегодня Махарадж сказал про то, что мужчина, он вообще не должен оставаться наедине с другими женщинами, кроме своей же супруги. А вот как быть, когда муж очень сильно привязан к маме, и он ее, получается, обожествляет, и они часто остаются, ну, то есть вдвоем наедине, потому что именно ко мне она не очень хорошо относится. И чтобы не создавать как бы конфликтных ситуаций, я иногда уединяюсь. Ну, то есть ухожу там гулять. Вот, а муж проводит время. И сейчас мама в городе, и она занимает, ну, большое количество времени. То есть она может, в принципе, прийти в любой момент к нам в гости. И они каждый день разговаривают по телефону. Вот как мне в данной ситуации вести? То есть не стоит уходить и... Вот чтобы вот как бы конфликта не было, с одной стороны, да, а с другой стороны, мужа защищать нужно или нет. Вот. You told that a man should not stay alone with a woman. And in my family I have such a situation. The mother of my husband came to our city, and now she just visits us very very often, but we have conflict just situation with her. We are not just in a good association with her, me and her. So when she comes, I usually go out, and my husband loves her very much, and he divinizes her and spend a lot of time with her alone with her, and talk a lot. Just they have a lot of phone talks. What should I do in such a situation? I don't want to make conflicts, but at the same time, should I stay with my husband when she comes and protect my husband in such a situation? What should I do? Yes, that would be good, if you could stay there with your husband in such a situation. Of course. It's better that you were there. Да, было бы лучше, если бы вы оставались с мужем. But you don't want to argue with your mother-in-law. You want to respect her. She's also your mother. Но вы не должны как-то спорить со своей, с матерью мужа, да, вы должны уважать ее.
So you have to be humble. You have to bow down to her. А вы должны быть смиренны и склоняться перед ней. So give up your pride and be humble and serve her. Оставьте свою гордость и просто склоняйтесь перед ней и служите ей. Будьте смиренны. Да, да, сейчас не так просто бывает, потому что в ожидании ребенка уже последний месяц, и не хочется себя немножко нервировать, и поэтому я выхожу на улицу, чтобы не раздражаться. This last month it's a little bit difficult because we are waiting for a child, and I don't want to make myself nervous, so that's why I just go out, not be just angry with her. Well, anyway, you shouldn't be nervous with your mother-in-law. It's natural there will be some differences between daughter and mother-in-law. It's a common thing. Mother-in-laws and the husband's wife, the son's wife, naturally they have difficulty. But you have to just try to tolerate and just keep quiet and don't argue with her and just be calm, you know. You can chant when she's there. Просто не очень хорошо, когда со свекровью такие напряженные отношения, вы как-то спорите, постарайтесь не делать этого в ее присутствии, просто сохраните спокойствие, и, допустим, когда она приходит в ее присутствии, повторяйте святое имя просто. Хорошо. Окей. Thank you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. No more questions in the chat. Okay, so. Или Александр. Hare Krishna. Матаджи Татьяна, а мой вопрос не виден, разве? Sorry. Hare Krishna. Да, еще один вопрос. One more question, Maharaj. Yeah. Hare Krishna, ваше святейство, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. У меня такой вопрос, как избавиться от желания почести себе. Периодически наблюдается такое желание, что я хочу получить похвалу за то, что я что-то сделала. Ну, говорю себе, что не заслужила одобрения окружающих, что я не наслаждающийся, но он ждет похвалы. Вот как с этим качеством можно бороться? Спасибо. Hare Krishna, your holiness, and dear devotees, please accept my humble obeisances. How to get rid of desire to honor yourself. I see this desire in myself periodically and I tell myself that I have not earned the approval of others and I think that I'm not enjoyer, but the mind is waiting for this when I do something for someone. What should I do in such cases? Thank you. Well, you have to submit yourself to an authority. Who is your authority? Do you have a husband? То есть вы должны подчиняться какому-то руководству, какому-то авторитету. У вас есть, например, муж? Нет, мужа нет. No. And you're not initiated? И вы не инициированы? Нет, еще. No. Yeah, very difficult. You see, you don't have any authority. So that's why you're so... Да, очень сложно. У вас нету никакого руководства. You have to surrender to someone. You have to take shelter. What about your father? Doesn't your father make you humble? Да, вы должны принять у кого-то прибежище, чьи принять чье-то руководство, например, а что насчет вашего отца? Он как-то не делает вас смиренной? У меня нет отца, и сейчас у меня есть шикшагуру и наставник.
I have no father, but now I have Shiksha Guru, and who is just give instructions, so the person who gives instructions to me. Okay. So your Shiksha Guru has to make you humble. He has to really let you know that you're in Maya. Таким образом, ваш шикшагуру должен делать вас более смиренным и давать вам понять, что вы находитесь в май. And he has to give you some good instructions to make you humble. Таким образом, он должен давать вам какие-то хорошие наставления, чтобы сделать вас смиренной. So, it will take surrender. Are you ready to surrender? Are you willing to surrender? You must be. You're inquiring like this. You want to give up the bad habits. You have to move forward. You know you have faults. You know you're doing things wrong. So you have to be willing to take instruction from somebody who can help you to get rid of your faults. И хотите ли вы предаться, желаете ли вы этого? Если вы знаете, что у вас есть какие-то недостатки, то вы должны задавать вопросы, вы должны найти кого-то, у кого вы будете спрашивать, кто поможет вам избавиться от ваших недостатков. So Devotee Association, maybe they can help you, they can make you humble. Общение с преданными может помочь вам. Преданные могут сделать вас смиренной. Is there a temple in your town? Есть ли в вашем городе храм? Ну, у нас ятра, да, и я стремлюсь к общению с преданными. Мне очень хочется с ними общаться. We have yatra here, and I like to associate with the devotees. Okay. So you associate with the devotees, and devotees should help you to become humble and to give up your pride and to surrender. Хорошо, тогда общайтесь с преданными, и они помогут вам стать более смиренным, избавиться от гордыни и предаться. And if you do regular chanting, more chanting of the holy names, that will be very helpful. Если вы будете регулярно больше повторять святое имя, то это очень поможет в данной ситуации. How many rounds are you chanting? Сколько кругов вы читаете? 16. Okay, so maybe you need to chant a few more every day. Возможно, вам стоит читать на несколько кругов больше каждый день. And you need to recite Trinada Pisani Chena, the third verse of Shikshastakam, and you need to meditate on it. И вы должны повторять третий стих Шикшаштаки и медитировать на него 13 писунчина. Постоянно его повторяю. I just recite it constantly. Oh, very good. Очень хорошо. Okay, so it will take some time. You just keep doing these things. И хорошо, но это займет какое-то время, просто продолжайте все это делать. Okay. Спасибо большое. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Okay. May I ask if there are any questions? Yeah. Or we just need to stop? I think we need to stop, yeah. Okay, сегодня мы здесь остановимся. So thank Tatyana for all her translation, and thank all the devotees for all your questions. And спасибо всем преданным за ваши вопросы. We hope you can all stay healthy. Пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о своем здоровье. And hope to see you all next week. Hare Krishna. И очень надеюсь снова увидеть вас на следующей неделе. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки Харе Кришна. Go back to Vrindaki.